Новое высокотехнологичное производство готовится запустить в этом году под Солигорском. Наша страна наладит выпуск бесхлорных калийных удобрений. Без них, к примеру, сложно представить хороший урожай картофеля. Продукт востребован как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Поставки планируют страны ЕС, Россию и Турцию. Завод – совместный проект «Беларусь-Калия» и китайской компании «Мигао». Запуск в первой очереди производства предусматривает выпуск 80 тысяч тонн нитрата калия и более 60 тысяч тонн гранулированных азотных на калийных удобрений в год. За сырьем в Россию уже отправили первые вагоны. Завод готов к приемке сырья, которая приедет с России буквально через несколько дней. При этом вторая составляющая – это калийные удобрения, хлористый калий, мелкий. Производство четвертой фабрики, четвертого рудоуправления «Беларусь-Калия» может быть принято хоть сейчас. Уже сформирован штат сотрудников. Так, в запуске первой очереди завода задействует около 120 специалистов. Часть из них – выпускники Солигорского горно-химического колледжа. Будущие работники сейчас проходят производственное обучение. О развитии в стране калийной отрасли смотрите специальный проект на контроле президента в среду после панорамы.